Привет, меня зовут Павел Абастов, и добро пожаловать в новую серию по игре Resident Evil 4 Remake. Себя царский крест Хилайка, я желаю тебе приятного просмотра. Доберите до вершины. Так, вот мы, в общем, завершили в предыдущей серии бой с Краузером, с этим дурацким противником, который нас доставал своими длинными заумными речами и охотой. Но мы с ним справились, разобрались с дурачком этим местным, поэтому дальше нам надо идти спасать нашу девчонку. Так, по карте у нас... Ну да, мы дальше идем, короче. Сейчас нам надо спасать нашу приятельницу. Смотреть. Так. Какой-то алтарь. Внутри их святилище. Святилище. А вот тачь нашу. Эшли. Эшли. Херешли. Давай дальше смотреть. Так. Серьезная оборона. Оборона. Ну, типа. Завод, короче, тайное святилище. Это типа что-то типа нефтяного завода, я так полагаю. Ну ничего, разберемся. Спасибо. Это мне надо. Порох. Давай посмотрим, что у нас по ресурсам. Так, смотрим. У нас появилось. Так, вот это давай-ка наденем мы. Вместо этого ножа. Он, наверное, все-таки получше будет. А это можно будет продать, я так думаю. Гранаты, кстати, у нас много гранат, это хорошо. И нам бы встать на дробовик патроны. Вот они, кстати. Да, хорошо, хорошо, как красиво. Угу. Ну все, погнали. Что у нас по карте? Все окей, побежали. А вот, кстати, посмотри, и торговец. Наверняка что-то понравится. Что-то понравится? Сейчас посмотрим, что у тебя. Ну-ка. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Ну блин, смотри, как бы... Я не знаю, имеет смысл копить дальше или нет. Тебе в гробу. Вот смотри. А, где наш нож? Вот. 0,8, 1,5, 1,2. В надежных руках. Я все сделаю. Хм. Слушай, а вот этот нож, кстати, крутой, реально. Очень крутой. Давай, знаешь, что сделаем? Так. 5. Чем еще? Сейчас я знаю, что я сделаю. Чужак. Смотри. А где у нас на... Вот. 20% в цене оружия при перепродаже. Угу. Привет. 43 косаря, было 5. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене. Ну, конечно, не так, но все же. Назначаем. 43 косаря. О, ты только там не убей... Неплохо, неплохо. Так, какая у нас там была? Вот этот у нас был. Да, хорошо. А, так, давай теперь посмотрим, значит, мы на вот этом, да? Так, 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 так. Давай сразу все поставим. Послушай, кстати, нормально. И у нас еще остались. Можно продать, в принципе, я так думаю. Давай продадим. Привет. Я продаю много отличных товаров. 151 тысяча, да? И 12, кстати. 12. То есть нам еще чуть-чуть, и мы накопим на купончик. Это понимаешь, хорошо. Не все можно купить за... Прочность. Слушай, сила. Блин, да это, кстати, вообще хороший нож. Друг, что может быть приятно? По-моему, отлично получилось. 80, да, тысяч. Блин, стоит, не стоит вообще брать ракетницу. Это я даже не думаю. Не знаю. Эти деньги отобьются с лихвой. Давай, знаешь что, давай купим материалы для начала. Товар у меня есть не всегда. Чем приходить? Так, ракетница, да? Ракетница. А, кстати, у меня ножик же можно продать. Где он у меня? Вот он. Так. Неплохо. Давай посмотрим. Вообще, что у нас по месту? Хватит, не хватит? Типа на ракетницу, если. Вот так вот, если мы место освободим. Давай посмотрим, реально. Мне очень интересно. Вот теперь хватит или нет на ракетницу? В пути. Привет. Да, хватает, отлично. Не мне судить, конечно, но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных условиях. Это да. Ну а теперь улучшаем. Так, давай смотрим.
Что у нас есть? Пистолет полностью улучшен. Дробовик есть за только. Ножом надо регулярно ухаживать. Это полностью? Его лезвие, грань между жизнью и смертью. Ну смотри, с одной стороны мы можем увеличить силу, прям втопить вообще в силу, реально. А с другой стороны можем... мой запас, блин, вопрос. А с другой стороны, давай прокачаем лучше нож наш. Это очень тонкая работа, чужак. Ну реально, нож, нож пригодится. Многого. Вот увидишь. И приходи в любое время. Ну хорошо, давай сохраняемся тогда и идем дальше проходить нашу великолепнейшую игру просто. Кстати, надо перезарядку сделать. Тихо. Я уже слышу этих дурачков. Где? Где вы? Дусхвангре, херангре. Кто там? Да ладно. Приятель. Что это? Но это он мне помогает так хорошо. Ну, ну что я могу сказать? Это хорошо. Давай, давай, давай. Ханиган, с меня должок. Никакого должка не будет, просто скажи спасибо. Клиенты! Замани их на открытую местность, а я выдам им по полной. Ты что там кидаешь? Давай стреляй. Кто там? Откуда ты взялся? На нафиг. У меня супер крутой нож. Кто-то же. Да сколько вас? Вы чё? Блин, они все лезут. Да хватит на меня нападать. Где моя граната? Держи. Все, изи. Ну как ты, в общем, так, в, чер... в общих чертах? Нормально все, хорошо? Ну а ты чё? Да-да-да. Ну ты чё, дружище? Так, 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 я там еще не все взял, стопэ, я еще не все взял. Надо мне наверх подняться. Где тут лесенка была? Чем от тебя? Где ты там ходишь? Я тебя слышу. А, даже так. Тут целая система прям пулеметная. А чё я ее не использовал? Почему? Блин. Карта, кстати. По карте. Сокровище? Какое сокровище? Где я его упустил? А-а-а. Иди-ка сюда. Дай мне корону, пожалуйста. Ну, красный берил, тоже неплохо, кстати. Эх, да. Я чувствую, что уже игра подходит к своему завершению, скорее всего. Мы и так достаточно нормально ее прошли. Впереди сам все зачищу. Давай, давай. Отдохни, а потом приходи развлекаться. Вот-вот. О, неплохо. Ну это, конечно, мое почтение. И это тоже мое почтение. Так, тут есть, короче, еще что-то. О, спасибо. Так, я слышу, слышу, где-то, где? Там что-то пиликало, я слышал. Сейчас мы найдем это. А. Так. Ага. Ясно. Ну, короче.
Короче, весело тут будет, я так полагаю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слышь? Давай попробуем. Расспросить сделаем. А как ее? Ну если только так? Я хз типа. Давай! Все чисто! Ну все типа. Получается, я не зря купил. А теперь смотри, как я работаю. Ну давай. Кто там? Кто там? Ну ты давай помогай мне, дружище. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну чё, вы падайте давайте. Нормас, нормас, красава. Так, приятель. Ну ты что? Эх ты, нет, уходи, дверь закрой, уходи, дверь закрой. Камьерда, херьерда. Да сколько вас? Да вы что? Как же они меня достали, реально. Ты, конечно, красава, что так помогаешь мне, но, блин. Я ракетницу на тебя потратил. Давай-ка работай. Да. Капец, конечно. Надо, кстати, посмотреть, нет ли тут никаких сокровищ. Потому что эти туннельчики, по-любому, что-то да есть. Что-то есть, кстати. Ну-ка. Открыто! Защита! Давай, давай. Ты чё, слышь, так, где моя гранатка? Не боись, ты справишься. Для тебя это плёвое дело. Легчаешь. Ещё. Ещё, ещё, давай. Чё-то их слишком много, вот реально, я прям диву даюсь, как их много. Как вы меня заколебали. Сколько их много тут. Так. Так, 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 так. Тут прям дебри. А мне куда вообще? Мне куда-то туда. Ну тут еще можно отсюда пройти. Назад и вниз, короче. Ну либо так, да? Так, стопы. О. Это мне надо. Это мне надо. Вот, кстати, у нас и место, блин, опять появилось. Давай-ка все сейчас мы отсортируем, чтобы у нас все было в красоте, красиво. На что лучше сделать, как думаешь? На дробовик, либо на винтовку? Я думаю, на дробовик все-таки поважнее будет. Да. Но с другой стороны... Нет, ладно, ладно, хорош, хватит. Кстати, тут же есть еще различные припасы. Где-то еще есть. Это плюс, 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 плюс. Так, наверное, вот так лучше. Так, я так полагаю, тут какая-то садомия. Так, стопэ. Держи в курсе. Ну-ка, иди-ка сюда.
Откуда? Где? Я не вижу пока никого. Но они где-то явно есть. Я понял. Так, я понял. Ну-ка, подожди-ка. Ну и чё? Кстати, звук выстрелов пистолет нормально так выносит. Мне нравится. Ну и чё, где, куда? Ладно. А, два рубильника, я понял. Сейчас зажмем. Аиста, хириста. Ты чё кидаешь? Вот, кстати, тут ППшка бы мне пригодилась. Реально, если бы у меня она была. Держи в курсе. Кто там? Ну-ка. Дайте мне гранату. Да почему? Стой. Однёрка. Они меня заколебали. Реально, они меня бесят уже. Отпусти. Ну все, твари. Вы меня заколебали, реально. На-на, это все, съели, да, дурачки? А ты живой? Серьезно? Как ты живешь-то? Да хватит меня поджигать! Как же они меня заколебали, реально. Они меня так заколебали, что ты просто не представляешь. Дайте мне рубильник уже зажечь. Все. У меня же глаза слезятся от такой напуги. Капец просто какой-то. Ракетест, охерест. Так, где мой пулеметик любимый? Ты живешь, что ли? Как вы меня заколебали? Как они меня достали, ты не представляешь. Все, вроде справились. Нет, еще есть, серьезно. Откуда он в меня стреляет? Я понять не могу. Нифига, смотри, у него куртка вся опаленная уже. Жесть. Так, 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 так. Где-то еще засел один приятель. Только понять бы где. Я понял. Так, карта, карта моя любимая. Ну где ты? Реально они уже раздражают. Их слишком много тут понапихали в эту локацию противников. Перебор. Когда так много, это неинтересно уже. Ну, типа, и чё? Так, давай посмотрим, что у нас по инвентарю. Нам бы так это... Давай создадим, наверное, дробовик патроны, потому что кончаются быстро у нас. Да. Сокровище. Да, хорошо. Ладно, побежали, так думаю, дальше. Нет, стоп. Мы отсюда пришли. Ворота открыли с другой стороны. Ну, побежали тогда. Я так думаю, да? Так, 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 так. Ну-ка, это мне надо. Жаль, конечно, что я ракетницу потратил, но с другой стороны. Ну ладно, пофиг.
Это что такое? А, показалось, ладно. Давай! Ты крут! Вернемся на базу, проставлюсь! Знаю один славный бар! Ага. Не, ну а чё, куда мне в итоге-то? Чё ты светишь? Что? Ах вы! Помянем. Ну как так-то, ёпка РСТ. Спасайся. Ля ты крыса. Снайперку доставай и вали его. Чё... А вот эти приятели мне нужны. Сейчас я с них налутаю камешков. Ты сдохнешь следующим. Так, приятель, давай-ка иди-ка сюда. А то если я там тебя уничтожу, то камешек я не получу. Порох? А где камешки? Алло. Какие писеты? Камешки давай мне. Что за... Ладно. Так, давай-ка все это досконально... Что это такое? Да ладно. Испытание? Один из пяти, а где еще? А, они не помечены, слушай, так стопэ. Можно пойти прямо, можно пойти туда, да? Вопрос. Это реально вопрос. Так, стоп. Я отсюда пришел. Можно пойти сюда. Спрыгнуть. Да ладно. Комар летает. Ты чё? Нет, я его не... Улетел. Ну ладно. Летает, а блин, это мне он спать не даст. Ля-ля-ля, крыски, тихо. Ту что, ну-ка, не зря же я сюда спускался. Во, сундук, это мне надо. Все в дом, все в семью, давай-ка. А, королевский посох. Спасибо. Сколько ты стоишь, ну-ка. Сейчас вот это подкорректируем немножко. Так, 25 косарей. Неплохо. Эпитафия на утесе. Кости наших сородичей покоятся во всех странах. Кровь наших сородичей стала источником всей пищи. Мы живем лишь ради возрождения. Мы будем жить вечно. Наша власть не знает границ. Кинан Седлер. Понятно. Дурачки местные, короче. Местная элита тут похоронена, видимо. Угу. Какое-то мрачное место. Я бы не хотел, чтобы меня бы в подобном месте похоронили. Я бы хотел где-нибудь похоронить, чтобы меня похоронили где-нибудь на горе там. Либо где-нибудь возле дерева какого-нибудь. Дуба, например. Многолетнего, многовекового. Вот это, понимаю, а не в какой-то глуши, куда надо спускаться, опускаться подземелье и так далее. Это не мое. Так, карта. Где эти гребаные медальончики? Мне нужно испытание это найти. А, здравствуйте. Надо еще искать. Дай смотреть, изучать. Мало ли. По-любому я что-то упустил где-то. Но ничего, я вот вижу бумажку синюю. Сейчас мы все поймем. Так, уничтожьте синие медальоны. Спинель X5, окей. Давай смотреть. Сзади, и вот тут я один пропустил где-то, короче. Сейчас мы его найдем, я так думаю. Где-то он тут есть. Так. Нет, я его опять пробежал. Да где-то? Да неужели спускаться придется? Я не поверю. Не хочу спускаться. Ты чё? Блин! Да что ты будешь делать? Серьезно?
Как же не хочет у меня спускаться. Стопы, а может как-то так можно будет его? Нет, придется все-таки идти. Придется спускаться, скорее всего. Или нет, стопы. Может, как-то можно его? Ладно, спустимся. Схем не бывает. Зато все соберем. Тоже хорошо. Да где ты? Я же знаю, что ты тут. Ля-ля-ля, запрятали крысы, а? Дурацкие, неумные. Как мне тебя взять теперь? Все, 5 из 5, изи, легчайше. Готово. Да, я понимаю, что как бы на это время уходит, чтобы найти, но я думаю, это того стоит, потому что сам понимаешь, то, что нам награду дадут эти шпинельки. И мы уже дальше их распределим в зависимости от наших возможностей, потребностей и так далее. Поэтому побежали. Так. Тут что у нас? Тихо. Ну, конечно. Не-не-не-не-не. Что за хрень? По-любому тут опять эта тварь какая-то будет. Я так и знал. Опять эта сволочь. Кто это же? Изумруд? Стопы, а еще будет? Ну, видимо, это все, я так полагаю. Ну да, все, скорее всего. А тут? Ну-ка. Так, хорошо. Ладно. Перевозка биологических образцов, ремонтные работы. Ну, ясно. Короче, перевозили этих дурачков. Да перевозились. Угу. Скорее не проверяй. Так. Слышишь? Я слышу. Где ты? Солнышко. Звенит. Ты же слышишь? Звенит где-то. Роскошный браслет. Это надо. Где ты? Я же слышу где-то. Запрятали куда-то, а? Может, наверху? Ля. 15 и 16. Еще один где-то найти. Блин, я надеюсь, что я его нигде не упустил. А то будет очень обидно, если я его упустил где-то. Стоп, а? Стоп. А, не, все окей, нормально. Давай крути. Кручу, кручу, заплатить хочу. Угу. Так, что? Ой, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Блин, блин, блинский. Тут их дофига, походу, будет. Так, где моя винтовочка? Патронов-то у меня хватит вообще. А что я туплю? Ну-ка, иди-ка сюда. Где ты там, солнышко? Я никого не боюсь. Чем от тебя? Где ты там, приятель? Я понял. Дурында. Ну и изи, чё. Ах ты. А где у тебя? А, понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Ну-ка, выгляни, в окошко дам тебе горошка. Ну что ты там? Все, что ты мне принесешь? Ну-ка. Рубинчик, ну это фигово. Красный рубин это так себе. Вот если квадратный рубин, вот это другое дело бы. Ля-ля-ля-ля-ля. Где ты, где ты? Где ты? Куда она делась?
Блин, а. Гадюк уползла. Так бы еще был плюс хил бы. Слышь, слышь, где ты? Где? А, плюс гадюка. Изя, легчайше. Так, приятель, ну-ка. Я понял. А ну извинись. Да ладно, а что так нож быстро ломается-то? Я не понял. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну-ка. Да что ты будешь делать? Ну-ка, отпусти меня, дурында. Всё. Пост дал, пост принял. Так, давай-ка подхиляемся немножко. Угу. О, желтый. Вот это хорошо, кстати, то, что желтый тут. Так, что тут еще есть? Тут еще есть какой-то, короче... Так, короче, дополнительная карта. Давай-ка искать, где она у нас. А, нет, стопы. Стоп, я не поняла. И как мне открыть стопы? Тут явно есть какой-то рубильник, который надо крутить. Я просто его не заметил, видимо. Давай искать. Вот. Так, надо добежать, да как-то. Побежали. Давай. Бежим. А. Легчаешь. Так, сокровище, ты где? Вот оно. Серебряный жетон, ну это фигня на самом деле. Ну, так себе. Ну, вроде все взяли, я так думаю, да? Наверное. О, торговец. А это что такое? А тут что? А, ну это выход. Не-не-не, это, короче, какой-то выход. Стопэ. Стопэ, стопэ. Что еще тут есть? Так. Чужак. Отлично, чужак. Получено достижение мастер на все руки. Выполните все поручения торговца. Ну, походу, все, я красавчик. Что покупаем? Ну, все равно, смотри, видишь, у меня 19, а тут как бы 40 требуется. Что, я что? Хз, где мне их искать? Как нам удалось добыть все это? Лучше не спрашивай. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Ну давай продаем лишнее все. О, куплю по высокой цене. Поосторожней с этой вещью. Ну что, дальше прокачиваем, я так думаю, да? Давай прочность. Попробуй-ка это. Ну типа все в силу, я так думаю. По-любому пригодится в будущем. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Что приходи в люб... Я еще хотел посмотреть два жетона, да? А тут... Блин, слушай, мы можем три вот эти вставить сюда. Смотри-ка. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что там. Две одинаковых, это 1 и 2. Да, да, почему бы нет? И у нас еще останется, видишь, на будущее, так сказать. Твое время. Привет. Давай продадим. 26, кстати, красавая. Норм. Славная сделка. Ой, как раз 26, смотри, на силу хватает. У нас вообще шикарно. Держи. Все, как ты хотел. Очень хорошо. Реально очень хорошо. Ты только там не убейся. Ладно, давай сохранимся. Да. Хорошо сохранились. Да. Хорошо, продолжаем. Так, куда нам надо идти? Нам надо идти, короче, прямо и направо. Все, я предлагаю туда и отправиться. Побежали. Так, нам куда нам сюда? Почти все. Эшли. Кто там стреляет? Дурачок. Иди-ка сюда. Да ты чё, пёс? Всё, нету тебя.
А ты кто? Тебя тоже нету. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты чё? Кто-то же будет на меня нападать. Так. Кто тут есть еще? Ну-ка. Так, тут мины. Да что ты будешь делать? Так, приятель. Готов. Так, ты меня не достанешь. А вот я тебя, да. Да сколько вас вообще? Я так предлагаю. Я так полагаю, нам надо вот эти вот штуки все перерезать. Чтоб они нам не мешали. Кто там? Акуерда, Хиерда. Так, приятель. Ты думаешь, ты такой самый смелый, да? Где ты там? Все, нету тебя. Кстати, желтая трава, вот за это спасибо. Реально. О! Черный окунь. Это мне надо. Это мне надо. Блин, тут везде можно идти на самом деле. Какая музычка еще? Так, стопай. Ну, приятель, ну ты не мешай, пожалуйста. Видишь, тут взрослые работают. Да что ты? Серьезно? Готов. Готов, а там еще же один. Да серьезно? Не, я больше не буду на него патрон тратить. Я так много на него потратил. Так, так. Мы тут все взяли. Нам надо идти дальше. О, кстати, патрон на винтовку. Я тебя умоляю, где там? Ля. Давай разбираться с нашим хранилищем ресурсов, которое опять у нас превратилось в хлам какой-то. Так, ну-ка. Рыбка. Это вот сюда, это сюда. Кстати, нам бы патроны на дробовик. Все, шикарно. Так, это гранатки, это яичко. Ну что, все, погнали-то дальше. Сапфир, да ладно, сапфир просто так лежит. Неплохо. Кто там? Так. Приятели, а чё вас так много? Да ты чё? Слышь, так, стопэ. На этот случай у меня разговор короткий. Ну-ка. Так. Да, конечно. Поздал, поспринял. Да сколько вас тут? Гранатка, где? Куда ты кидаешь, дурачок? Так, ну все, приятели. Ты серьезно? Держи курсе. Приятель, как твои дела? Ну так, в целом, в общих чертах. Хорошо, разбираемся потихонечку с приятелями. Так, тут мне надо пистолетиком воспользоваться. Так, это мне надо. Все в дом со семьей. Хорошо. Опять тишина такая, да? Блин. Что за звук в ночи? Стопы, я не понимаю. Можно и туда идти. Я понял. Да что же? Так. Дробовик, да? Нет, стопэ, давай-ка гранатку.
это будет лучше. Как же вы меня достали, а? Реально вы меня достали. Где моя? Пистолетик. Ну-ка иди-ка сюда. Ну а нафиг. Ну а нафиг. Че, все съел? Держи в курсе. Ну а тебя я с простого пистолетика завалю. Минус ребра. Я понял. Не, ну они что-то чересчур наглые. Да сколько вас вообще? Да блин. Хорошо, давай подлечимся. Так, 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 так. На винтовку у меня есть. Мне бы на дробовик. Я на дробовик буду копить тогда. Да, неплохо, неплохо. А вот, кстати, порох и сапфирчик. Мы сейчас сможем уже на дробовик сделать патроны. Да, все верно. Нет, не сможем, блин, у нас нету этой. Нету материалов синеньких. Будем тогда копить. Деваться-то некуда. Ладно, хорошо. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Красненькая трава. Это мне надо. Это сюда. И что, типа все? Серьезно? Ну ладно. Хорошо. Давай вниз тогда опустимся, посмотрим, что тут запрятано у нас вкусненького. Так, 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 так. Вот, кстати, на дробах патроны. Это нам очень пригодится в будущем. Угу. Ну все шикарно. Шикардос. Тихо. Я так полагаю, сейчас что-то будет тут очень интересное, да? Тихо. Где? Наверху. Замечательно, красненько, это хорошо. Стопы, 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 это же не просто так, ну-ка. А зачем? Не знаю зачем, но... Ну ладно, дальше пойдем тогда. По сюжету, так сказать. Алтарь какой-то тут. Следуйте за Эшли, как какой Эшли? Не знаю, не какой Эшли. Так, хорошо. Я предлагаю эту серию закончить. Она выдалась так достаточно интересная и насыщенная на события. Если серия тебе понравилась, поддержи лайком, пиши комментарий, свою обратную связь и подписывайся на канал. Ну, я напоминаю, чтобы был я, Павел Абасов. Еще увидимся в следующей финальной серии. И пока-пока.